нашего детства. Поэтому сейчас попугайчиков выступили на попугаи люди. Все линяют. Все. Практически. У всех хвосты такие обрублены. Две молоденькие самочки. По 2 месяца. Вот это вот еще не назвала, но я ее себе оставлю точно в хозяйстве. В хозяйстве пригодится. Интересно, какая она будет после линьки. У нее маленькая желтенькая пятнышко, прям совсем маленькая, беленькая, желтенькая, на беленькой голове. Может быть, оно разольется, может быть, оно только на голове останется. Посмотрим. Интересно, какая она будет. О, попугайчи джунгли у нас сегодня. А это вот самочка, да, она от сапфира и сильвы. Вот она какая. Я ее еще не снимала ни разу. Вот. Она как бы поярче, чем здесь получается на видео. Я снимаю немножечко поярче. Почему она здесь такая бледненькая, не знаю. Фиолетовая она вообще. Может, просто не перелиняла еще. Все линяют все. Птица Петрица.